Владимирский собор. Здесь, среди собравшихся на этот праздник, и я, исполнитель роли художника Михаила Врубеля. Я смотрю на стены собора. Здесь работа Васнецова, Нестерова и других художников. И нет здесь росписи Врубеля. Но ведь у Михаила Александровича были великолепные эскизы росписи этого собора. Остались только несколько орнаментов, выполненных великим художником. Почему? Почему?